То есть вот это место, где вы будете работать, оно выглядит как белая бумага. На которой вы сейчас будете рисовать. Значит, от уха до уха. Это приблизительная линия, которую вы будете следовать. Далее берем острую бритву. Делайте окантовочку. Делайте только вниз или вверх. Когда сбриваете, лезвие должно смотреть вниз. Никаких поворотов вправо и влево, иначе вы разрежете себе кожу.